Впервые за все время существования спартакиады «Малышок» свою физическую подготовку продемонстрировали сотрудники детских дошкольных учреждений. В команду из трех человек смогли войти и воспитатели, и нянечки, и даже музыкальные работники. Комитет по физической культуре и спорту вышел с новой инициативой открыть новую спартакиаду. Это спартакиада среди воспитателей дошкольных образовательных учреждений. То есть вот эти вот все люди своим примером заражают детишек в своих детских садах, чтобы они занимались активно спортом. И вот сегодня у нас получается уже второй этап этой спартакиады. Первый этап у нас был осенью, это полоса препятствий. И сегодня ОФП, общая физическая подготовка. Мы посмотрим, какие сотрудники, какие детских садиков самые подготовленные в плане общей физической подготовки. Команды сотрудников детских садов состязались в челночном беге, метали мешочки с песком, прыгали в длину и на время качали пресс. 29! Всего в соревнованиях приняли участие команда из 40 дошкольных учреждений. Взрослые наравне с детьми решили побороться за звание лучших. Нам тоже хочется проявить себя, показать, как говорится, дети же наши выступают, мы за них очень болеем. И также хотим показать, что мы тоже умеем, можем и хотим выступать еще в силах своих спортивных, физических. Воспитатели решили доказать, что в дошкольных учреждениях спортивные не только дети, но и взрослые. При этом совсем не важно, какая специальность указана в трудовой книжке. Любовь Очерникова, Денис Демисов, РТВ Иваново.